Всем привет! Хочется сказать о волшебной палочке, которую мы приобретаем у Андрея Андреевича на сайте. Знаете, я делала сама ореховые. У меня их очень... Первая ореховая палочка была, которую я первую самую сделала для себя, волшебную палочку. Но это по силе, наверное, самая сильная, которая палочка вообще у меня когда-либо была. Этой палочкой у меня болела... Тоже так же поясница болела, и все. В тот вечер я просто положила. Она у меня была не такая ровненькая. Она у меня была кривая. Но по силе помощи своей могу сказать, что очень сильная. Девушка одна говорила, одна знакомая говорила, что они не могли завести машину. У них получилось так, что у них с машиной были какие-то проблемы. И они не могли завести машину. Махнула палочкой туда и сказала, что так. Буквально через, может быть, минут 15-10 эта девушка тут же звонит мне и говорит, без вариантов было завести, себе что-то завелась и поехала. Что-то они там сделали, она поехала. Ну, тут можно сказать, что девушки не разбираются, женщины в машинах, там кто-то еще что-то в чем-то не разбирается. Ну, можно разное сказать, но совпадение, хорошо. У ребенка была температура. Вот так по видео сидя, переписывая с девушкой, она говорит, у ребенка температура, ничем не сбивается, они уже надеются только на Бога, там уже, в общем, что-то было с чем-то уже, она уже такое писала, они очень хорошие какие-то эти. Опять-таки, тоже махнули палочкой тогда. Сижу, у меня уже щеки красные. Пишу, у вас температура спала? Она говорит, да, по чуть-чуть стала спадать. Я говорю, вы еще водичку давайте. Андрей Андреевич тоже, по-моему, где-то на вебинарах или где-то что-то слышал о том, что воду если давать ребенку, то температура тоже спадет. Тоже можно сказать совпадение, да? Ну, не знаю, возможно, может быть, во всем там правда. Но то, что волшебная палочка работает, это факт. И мощь – это на четвертой ступени. И мощь – это этого, сказать, что это как-то этот нет. Все, что дает Андрей Андреевич, дает нам в помощь, не во зло. Помощь, то, что мы делаем, как мы делаем, это помощь. Вот даже температура у ребенка, машина там у человека не завелась, что-то еще. То есть это какая-то поддержка, магия, которая дает ход тому, что, допустим, мешает что-то чему-то, понимаете? Это не зло, которое вот сидишь там. Но с другой стороны, нельзя сказать, что любое добро – это добро. Нельзя сказать, что любое зло – это зло. Тут тоже можно двояко говорить. Но я имею в виду о том, что сейчас именно вот эта помощь нам. Мы все спотыкаемся, мы все идем по дороге, где, возможно, где-то есть какие-то камушки. У кого-то маленькие, у кого-то большие. Но те инструменты, которые нам дает наш учитель Андрей Андреевич, помогают нам эти камни либо сдвинуть в сторону, либо перепрыгнуть ее. Вот в моем понимании это так. И это действительно так. Успешность зависит от нас самих. Что мы для этого вкладываем и насколько мы во все это верим в добро. Во что мы верим, то и мы получаем. Но вот думаю, что вера в добро очень сильно творит чудеса. Надеюсь, всем понравилось это видео. Если вам понравилось, то поставьте, пожалуйста, лайк. Не забудьте подписаться под канал, потому что я буду очень много говорить о школе Кайлас, о своих выводах каких-то в этом отношении. Гадания мы будем тоже проводить, предсказания по дням. Если у вас возник какой-то вопрос, и вы хотите погадать, допустим, да, я оставлю реквизиты для связи со мной, чтобы вы могли погадать или задать свой вопрос, это WhatsApp именно. Не для звонков, а WhatsApp, чтобы вы могли позвонить и задать этот вопрос. Естественно, это не бесплатно. Бесплатно только сыр в мышеловке. К сожалению, это так. И это уже доказано не раз. На этом, наверное, будем эфир заканчивать. Всем доброго, хорошего дня, успешности и отличного настроения.